Выездные медицинские комплексы стали уже привычным явлением в районах Чувашии. Так сообщество врачей и медсестер заботится о нашем здоровье. Как проходит профилактический осмотр в полевых условиях, узнавала наша съемочная группа. Уже несколько дней маммографический комплекс работает в Чебоксарском районе. График мобильной группы построен так, что обследования могут пройти как работающие, так и неработающие женщины. Пульмочек уже готов левой груди. Это под углом 45 градусов. Сейчас смотрим правую. Своими силами мы привозим сюда, соответственно, женщин для проведения маммографии. В дальнейшем, после окончания описания снимков, значит, результаты поступят руководителю сельской врачебной амбулатории, который уже в дальнейшем раздаст эти результаты женщинам. Если в ходе обследования выявится онкологическое заболевание, естественно, они все будут взяты на диспансерный учет и будут проходить соответствующее лечение. Проживающие в районах женщины уже смогли оценить удобство обследования в таких комплексах. Ведь себя трудно заставить выехать на обследование в город. Да скотины надо раз напоить, раз накормить, опять 12 часов, опять напоить, опять накормить, опять 3 часа, опять там надо, опять водички надо давать, комбикорм надо давать, сено надо давать, потом надо постелить, потом надо закрыть. Все, и детей, и потом со садик надо еще прибежать. Суп надо сварить. Автобус, это очень удобен для нас. Только во дворе работали. Сказали, вот так Марсина приехала, маммографию проверять. Мы уже с радостью прибежали, даже полчаса не прошло. По статистике, в республике рак молочной железы стоит на третьем месте среди онкозаболеваний. Поэтому такие обследования имеют значительный профилактический эффект. Ведь болезнь можно выявить на ранней стадии и назначить своевременное лечение. Именно передвижной маммографический комплекс, он призван к тому, что доедет до каждой женщины, доедет до каждого рабочего места, до пожилой женщины, до молодой женщины. То есть приедет непосредственно, у женщины это займет максимум полчаса, то есть не отходя фактически от рабочего места. Кроме передвижного маммографического комплекса, в села и деревни выезжают другие мобильные комплексы. Диагностические, для проведения диспансеризации и флюорографы. И все это ради того, чтобы предупредить развитие серьезных заболеваний у жителей республики. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.